волосам стекала грусть по бледному лицу, струилась вода, он сидел под дождем, что-то тихо играл, и ветер эту песню знал наизусть. Струн холодная сталь, в каждом звуке тепло. Он пел про любовь, про смерть и мечту. Он пытался зажечь на асфальте свечу, но ветер и дождь были против него. Потрепанный плащ и карман без монет, уходящая юность, приходящая смерть, приходящая боль, что ты станешь другим, ведь что было вчера, того больше уж нет. Разве мало, чтоб петь, вера в праведный путь? А что нужно еще? Ведь и это свобода — сидеть в этот дождь без всяких забот и на капли смотреть. А по мокрым волосам стекала вода, и свечи огонек трепетал всем назло. Если мы видим свет, значит, нам повезло, значит, снова мы доживем до утра. Художник решил написать бессмертную вещь и показать всем людям божественную красоту. Вечером поздним заперся он в бедной каморке, а за окном ветер выл и безумствовал дождь. Всю ночь он творил, не жалея холста. Идея была светла и чиста, на холсте он решил отразить всю гармонию мира. Гор красоту и прелесть равнин, человеческих лиц и светлых картин, детей, играющих в солнечном свете. Запахи трав и шелест листвы, ангелов лики, Эдема, сады, святую любовь, что существует на свете.
Под утро художник без силы упал, как будто всю ночь был мертвецкий он пьян, а губы его прошептали бледнее: я гений. Когда же в комнате стало светло, и люди, когда отыскали его, все замерли перед холстом с выражением страха. Ужасные толпы людей без глазниц, безумных коллег, перекошенных лиц, смотрели с холста, извиваясь в агонии дикой. Кровавые руки, море огня, груды костей умершленных детей, там правила смерть, ухмыляясь и радуясь криком. Художник лежал, не видя утра, никто не знал, что с ним было вчера, когда ветер выл за окном и безумствовал дождь. Друг,
оказался в тюрьме. Ты в своем кругу супермен. Ты забыл, что люди верят слезам. Тебе нечего больше желать. Кем ты стал, догадайся уж сам. Стань же мне светом, будь мне судьёю, стань мне огнем, а я стану водою, потому что легко, хоть и трудно с тобою, научи меня быть чем-то больше, чем я. Или просто спокойным, воля твоя. Мне так хочется быть для кого-то опорой и кого-то спасти от тоски и позора. Стань мне женщиной, научи меня жизни. Вся истина в том, что душевной отчизне не нужно уюта, не нужно покоя, лишь бы кто-то сказал, я буду с тобою. Сладок твой поцелуй, он как вера в спасение. В нем и святость, и боль, и вся тяжесть сомнений. Он понятен и прост, как любовь вешней кошки. В нем полно темноты, но есть света немножко. Напои меня правдой, пусть даже не сладкой.
стань мне больше, чем сон, и чем просто подруга. Я искал здесь друзей, не нашел даже друга. Я не верю людям, но верю в людей. И в себе не убью святость детских идей. Но я слишком устал, видно, слаб я для боя. Так будь мне судьей, будь мне сестрою. Если
им ты смог отличить, где твой друг, а где враг? Ты стал бы солнцем, если б ты смог указать всем верный путь и объяснить правдиво, в чем жизнь не суть. Если б ты знал, где вода, где земная твердь. Если б ты знал, где свобода, а где смерть. Ты стал бы солнцем, но ты не должен учить людей, как любить и как жить. Ведь общих истин нет, а дорог не счесть. Каков ты сомнения умчались прочь, забыв про время, мы входим в ночь. Все в комнате знают, о чем идет речь. Углы и пространство не могут стеречь наши сны. Мы смотрим с восторгом на чистый свет, и каждый здесь знает на все ответ. Любовь наполняет всех нас, а потом мы будем счастливы и вместе уйдем в наши сны. Откроем все двери и выйдем в окно.
будет ли завтра, не все ли равно. И мы вдруг откроем глаза в новый мир. Это светлое братство сплоченных квартир, из которых льет свет.
всегда он был с ним. Картонный мальчик любил запах роз. Картонный мальчик слюбил сладость слез. Картонный мальчик любил смотреть на свет и видеть то, чего нет. Картонный мальчик мог до зари в небо смотреть, уносясь к иным мирам, того не ведая сам. Но мальчик однажды наткнулся на гвоздь и понял, что он лишний здесь гость. Картонный мальчик ушел от нас навсегда, и в этом наша беда. Эти люди уходят из дома, покинув все то, чем живет большинство. Мимо домов, мимо серых кварталов, мимо труб городских, закрывающих свет, эти люди идут, покидая незримо этот сумрачный мир, где любви больше нет. Это те, кто верит и идут на восток. Им незачем быть как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели. Но они помолят за нас, милосердные братья. Уходящий автобус, телефонный звонок, чей-то шепот в ночи, головою в песок, чтобы завтра очнуться и снова блести в
суете городской. И на кухне сидеть с тем, кто все это понял, с тем, кто так же, как ты, на все смотрит всерьез. И смотреть на людей с их проекцией и будней, на все то, чем живут в этом мире сердца. Ну а те, кто верит, идут на восток, им незачем быть как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели, но они помолят за нас. Милосердные братья, те, кто верит, идут на восток, им незачем быть как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели, но они помолят за нас, милосердные братья. Чем-то стучал спинкой стула о стенку соседей. Он долго любимую звал, а она год назад умерла. Он пил и смотрел за окно, за окном просыпались трамваи, а всю ночь щебетал соловей о любви и о розе ветров. Таня любила играть на обшарпанной старой гитаре. Таня любила стихи, книги и плюшевый мир. Он пил и смотрел за окно в небосвод зеленеющие буры. Из горелых развалин Москвы не спеша поднимался дымок. Если вы любите слушать что-то мистическое и сказочное, то тогда, думаю, что вам будет интересно узнать о студенческой музыкальной группе, которая сформировалась 4 года назад в Ленинском педагогическом институте тремя студентами филологического факультета Владимиром Преображенским, или как его называют, маэстро, и который замечательно играет на клавишных, сочиняя стихи и музыку, Татьяной Кирюшиной, виолончель, и Андреем Ковяковым, бас-гитара. Все эти люди играют в группе «Летучий голландец». И вы, наверное, уже догадываетесь, почему группа носит именно такое название. Ну а теперь я хочу познакомить вас с лидером группы, который сейчас все вам расскажет о «Летучем голландце». У тебя есть специальное образование музыкальное? Я бы это назвал недообразование. Я отучился 4 года в музыкальной школе. Вот и на этом все дело закончилось. На чем? На фортепиано, по классу фортепиано. Мне кажется, что одного, скажем, профессионализма игры мало. То есть, скажем, люди, вот, ну, крутой какой-то такой гитарист. Он просто там как этот наяривает. Вот. Ну и что? Хорошая техника, скажем. Видишь, что классный человек играет, хорошая техника. Ну и что? И вот ты послушал, ну, и как-то вот тебя не цепляет. Почему не цепляет? Чего-то не хватает. С другой стороны, вот когда я слушаю King Crimson, старые альбомы, вот это все, это просто душа там. То есть люди, вот как бы
воплощали себя в музыке настолько, что буквально жили. Как ты ставишь альбом, вот люди с тобой живут, проживают какой-то отрезок жизни, ты вместе с ним проживаешь какой-то отрезок жизни. Вот к чему я стремлюсь. То есть есть что-то стоящее как бы за конкретно какими-то такими звуками, за вот, там, умением играть и так далее. Вот это прежде всего. Ваша публика, что она из себя представляет? Я надеюсь, что она прежде всего представляет из себя как бы думающих людей и чувствующих людей, не ставших некими такими машинами, слепо исполняющими там какие-то функции, которые требуют от них жизнь, там, социум. Есть у вас какие-то наметки, уже какие-то такие, как сейчас говорят, творческие планы, что-то вы хотите наверняка сделать? Хотим записать альбом. То есть у вас еще не записан альбом? У нас не записано ни одного альбома студийно. Так. Есть различные такие или кустарные варианты, когда там сам сидишь, что-то сводишь, естественно, не на профессиональном уровне, либо какие-то концертные записи. Что, по большому счету, тоже несерьезно. Что ты можешь сказать о себе, о своей группе? Посмотрим. Это некий такой формирующийся организм. Вот. Если нам удастся добавить в этот мир чуть больше гармонии, чуть больше любви и понимания между людьми, мне кажется, что это вот основная задача. Милосердные братья. Откроешь глаза, но не сразу поймешь, почему эти люди уходят из дома, покинув все то, чем живет большинство. Мимо домов, мимо серых кварталов, мимо труб городских, закрывающих свет, эти люди идут, покидая незримо этот сумрачный мир, где любви больше нет. Это те, кто верит, идут на восток. И мне зачем быть как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели. Но они помолят за нас, милосердные братья. Колес, уходящий автобус, телефонный звонок, чей-то шепот в ночи, головою в песок, чтобы завтра очнуться и снова брести в суете городской и на кухне сидеть с тем, кто все это понял. Тем, кто так же, как ты, на все смотрит всерьез, и смотреть на людей с их проекцией будней, на все то, чем живут в этом мире сердца. Но а те, кто верит, идут на восток, и мне зачем быть? Быть, как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели. Но они помолят за нас, милосердные братья.
Это те, кто верит и идут на восток. И мне зачем быть как мы в этот час. То, что мы потеряли, они обрели. Но они помолятся нас, милосердные братья. Спасибо. Итак, Холод. Дальше чердак, и он на замке, это холод. Очерченный свет под звон монет, забиться в угол и видеть луну, холод. Thank you.
вдруг захочешь быть рядом, войди в мою дверь, она для тебя открыта. Ведь это единственный способ остаться тем, кто мы есть.